В Брюсселе вспыхнули столкновения после поражения Бельгии от Марокко на чемпионате мира по футболу. Полиции пришлось закрыть доступ к ряду районов. В центре города около 150 молодых людей поджигали мусорные баки, разбивали автомобили и громили городское оформление. Они оказали сопротивление стражам порядка. Чтобы рассеять агрессивную толпу, местным службам пришлось применить водометы и слезоточивый газ. В полицию уже летели камни. Ранения получили и местные сотрудники СМИ. Отмечу, обстановка начала накаляться после незасчитанного первого гола марокканцев. Ситуация обострилась еще больше в начале второго тайма. Правоохранители перекрыли часть города, не работают несколько станций метро, задержано около 10 человек. Это началось в перерыве. Мы не знаем, кто это начал, кто зажег огонь. Мы удивлены, если честно. Обычно, когда матч уже выигран, его нужно правильно отпраздновать. Но сейчас это что-то на грани.